В актовом зале собрались почетные гости, воспитатели, родители, ветераны воспитательной работы и, конечно, сами дети. Малыши поздравили любимый детский сад с днем рождения. Они рассказали стихотворение о каждом работнике. Слова поддержки воспитатели услышали не только от ребят, но и от главы города. В этот замечательный день желаем всем крепкого здоровья, творческой энергии, успехов и благополучия. А воспитанникам счастливого детства. Андрей Шубин вручил воспитателям почетные грамоты за их нелегкий многолетний труд. К поздравлениям присоединились и работники комитета по образованию. Пусть они наполнят ваш уютный дом ароматом и добром. Пусть стоят, даря тепло, радость, счастье, волшебство, нежность легких лепестков, пусть зажжет в душе любовь. Спасибо большое. Некоторые выпускники не спешат прощаться с родными стенами, приходят вновь, чтобы пообщаться с воспитателями и показать, чему они научились. Так одна из девочек, которая уже ходит в первый класс, пришла в садик, чтобы исполнить частушки. Воспитатели – тяжелая и важная роль. Они так же, как и родители, утирают слезы, успокаивают детей и готовят их к будущему. Очень приятно, когда навстречу тебе идет ребенок и говорит: «Я соскучился», и значит, работа твоя прошла не просто так, а затронула сердце ни одного ребенка и оставила неравнодушным. В конце мероприятия, как и на любом дне рождения, был подарен торт и подарки. Светлана Разганова, Илина Нурматова, Юлия Соболева, Марина Якубишина, Десна ТВ.